Российская служба занятости начала свою работу с 1991 года. На сегодняшний день это современная технологически оснащенная структура, которая использует новые технологии для стабилизации ситуации на рынке труда. В Конаковском центре занятости работают 22 специалиста. За время существования службы ведущие инспекторы накопили большой опыт по разработке и внедрению новых целевых программ содействия занятости населения. Результатом работы стали сотни трудоустроенных граждан. Одним из приоритетных направлений сегодня для нас является это, конечно же, привлечение работодателей, открытие новых рабочих мест для граждан с ограниченными возможностями, трудоустройство молодежи, чтобы талантливые люди поверили в себя, в то, что у них есть будущее здесь, у себя дома, найдя работу и достойную заработную плату непосредственно в Конаковском районе. Также центр оказывает содействие работодателям в подборе персонала, предоставляет юридические консультации по вопросам трудового законодательства. В арсенале службы много услуг. Центр находится в постоянном поиске пути решения проблем занятости и уже давно заслужил доверие и авторитет у граждан. И сам процесс работы в этой структуре доставляет удовольствие. Доказательство тому – Галина Абрамова. Она уже 21 год работает бухгалтером в центре. Можно сказать, что она стоит у самых истоков образования службы. Моя профессия мне очень нравится. Мама у меня была, работала бухгалтером. В службе занятости, конечно, здесь бюджетное финансирование. Вот, работать, конечно, сложно, но мне, тем не менее, нравится, потому что мы помогаем людям, помогаем им найти работу. Нынешнее состояние рынка труда свидетельствует о том, что служба справляется со своей миссией помогать людям.